Андрей Порубей, секретарь Совбеза, говорит о 40 тысячах российских военных у наших границ. 16 тысяч из них у восточных, 22 в Крыму и 3,5 в Приднестровье. Вчера вблизи наших границ 4 военно-транспортными Ил-76 перебросили 150 военнослужащих и техников 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии. Самолеты, перевозившие личный состав и технику, приземлились в аэропорту Миллерово в Ростовской области. Этот город находится всего лишь в 30 километрах от границы с Украиной. Вот кадры военных учений, я прошу их показать. Псковская дивизия – одно из старейших подразделений ВДВ России. Личный состав имеет большой боевой опыт. Бойцы участвовали в Первой и Второй Чеченской войнах. Также воевали в Грузии в 2008-м. А в Донецке боевики заблокировали работу областного госказначейства. Из-за этого в ближайшее время будут остановлены выплаты бюджетникам зарплат, пенсий и пособий. Сотни тысяч человек останутся без заработанных денег. Также боевики зашли в здание представительства Нацбанка в Донецке и парализовали работу этого учреждения.